«Средство от полноты» — это одна из моих знаменитых ненаписанных книг. Я занимаюсь пищевым поведением на протяжении многих лет. Начал эту работу с пациентами, которые страдали анорексией, булимией и так далее. Понял, какова механика, которая приводит к тому, что у людей происходит вот нарушение этого пищевого поведения, что происходит с организмом. Я все-таки врач, у меня физиологическое хорошее образование. И после этого я уже создал технологию, которая позволяет удерживаться в хорошем весе, в комфортном весе и чувствовать себя при этом счастливым человеком, который не сидит на диетах и не мучает себя всякими разными там очистительными мероприятиями и прочими делами. Вот, и я планировал такую книгу написать, но меня все время останавливают там две вещи. Значит, первая вещь, это связано с тем, что я не могу контролировать, как люди ее используют, а с точки зрения пищевого поведения, как вы понимаете, у меня, у психиатра всегда есть тревога, что кто-то начнет их использовать неправильно. Вот, и начнет использовать примочки для здорового питания, для нездорового поведения, которым является анорексия и булимия. И второе, это то, что, как мы уже хорошо знаем, нужно прочитать, понять и применить. Вот. С применением часто возникают проблемы, потому что люди, читая упражнения из книги, часто не имеют вот того образа, который необходим для того, чтобы стало понятно, что конкретно нужно делать. Вот. Поэтому в рамках нашего марафона по похуданию я лично приглашаю вас на свою кухню, рассказываю, что к чему, куда и как, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что вот тот формат, который я сейчас выбрал, лучше несостоявшейся книги «Средство от полноты».